Семку, кукусик, ребят, не поверите. Только что минут 30 записывал продолжение вот этой ролики. Обегал полностью все, просто бегал и туда, и сюда, и на улицу. Уже в интернетах ваших сидел, понимаешь, вообще ничего. А потом чисто случайно наткнулся, сейчас покажу, куда надо. Но перед этим, как говорится, минуточку вашего внимания. Не забывайте, что у меня есть второй канал, на котором проходят у нас стримы по пабгу. Мы там сидим, отдыхаем и, как говорится, за метлой не следим и можем говорить и обсуждать все, что захотим, как в добрые старые времена. Так что, кому интересно, заходите, подписывайтесь, да. А на этом канале я подумал, может быть, мы иногда будем с вами либо Блиц, либо Бэшку стримить. Я все равно в основном сам стримлю, так что могу спокойно посидеть, как говорится, и пообщаться с вами. Так что решайте, думайте. Вот этот вот штука, надо было ее просто сюда направить, видишь, 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 и забрать вот это вот, ой, тележечку, да, не поверите, я же скажу, я облазил полностью все, я не знаю, я минут 30, наверное, записи просто выкинул запись, но то там, в принципе, ничего не было, я ходил, крица рассуждал и ныл, где же оно может быть? Так что да, я как-то и не заметил. Ну ладно, бывает. Так что давайте продолжать. Идемте дальше. Во, шикарно. Мы сюда прыгаем. И что это нам дало? Если ровным счетом ничего, то я буду матюкаться матюками сейчас очень громко. Даже запикивать не буду. Так, а можно мне здесь ключик? Третий ключик мне, пожалуйста. Можно ли мне или нельзя? Так, что это такое? Это батареечки. Ага, батареечки, хорошо. Ладно, побежали. Так, сюда мы не пройдем, да? Да. Ага, батареечка еще. Ладно. Идемте в эту дверку. Hello? Так, дай мне сюда ингалятор. Дай мне сюда ингалятор. А вот и ключик, да? Да, мой ж ты хороший. Ля, лежит, ждет. Моя ж ты зайка. Все, третий ключ. Е-бэ-бин. Да ладно. Что случилось? Ага, сейчас за нами будет монстр, да, бежать? Так, спуститься в подвал спортзала. Ага. Я уверен, сейчас за нами будут куклы, да, бегать? Я точно больше никогда сюда не вернусь. Согласен. Ну что, будут эти куклы, которые I love you? Да, было бы прикольно, но нет. Ладно, побежали. Побежали, нам нужно вниз в подвал быстро-быстро спасать сестренку и заканчивать уже прохождение этой прекрасной игры, потому что я так уже затянулась. Я думал, будет серии где-то на 5 максимум. Так, все, бегим. Открыли. Шикарно. Добраться до лестницы в подвале. Хорошо, мы доберемся. Без проблем. Это нам не надо. Это нам не надо. Так, пожар тушить тоже вроде не надо, да? Угу. Ингалятор. Давайте ингалятор заберем с вами. Пополним запас здоровья максимум и заберем. Да, эту штуку мы с вами заберем. Ага, мы можем пройти сюда. А тут, наверное, закрыто, да? Да. Как обычно, закрыто с другой стороны. Ну, ничего другого я не ожидал. Держись, держись, шикастая. Давай. Ой. Это было больно. Но теперь пути назад точно нету. Согласен. Мы с тобой столько мучились, мучились и упали. Ага, это батареечка, да? Да. Хорошо, ладно, проходим, проходим. А вот мы и в подвале. Так, дай мне ингалятор по-любому для сюда. Так, ну если я сейчас сюда спрыгну, за нами, наверное, кто-то бегать будет, да? Угу, очередная касцена. А вот и
А вот и здорово, да. Как оно? Другого пути нету, я должна это сделать. Слишком сильный огонь. Слишком сильный огонь. Так. Ага. Понял. Конечно, не понял, но ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то не то делаю, что-то не то. Так, здорово. Так, я понял, нужно светить ему в глазик. Нужно светить ему в глазик. Когда он на меня побежит, нужно будет на него водичку направлять, насколько я понял. Только чтобы разобраться, куда оно идет, эта водичка. Так, алло, придурок, иди сюда. Да не ори, иди сюда. Ну, я тебя долго ждать буду. Так, дай сюда ингалятор. На, давай. Йо-йо-йо, тихо. А ну, давай, маленькая, ну щекастая, ну ты чего? О. Маленьких он обижает, прикинь. Сейчас, ребят, 2 секунды, кое-что нужно проверить, посмотреть. Да, интересно, что мне с ним делать? Что мне с ним делать? Не, понятно, что мне с ним делать. Давайте пропустим. Так. Бум. Бум шоколака. Ого. Бомбануло, да? Понял, так. А ну давай, иди сюда. Правильно делаю. Я надеюсь, я правильно сделал. Так, все, до побачення. Дон, где стали библиотеки? Так, а здесь у нас где водичка бежит? Так, замораживаю. Хватит уже, остановись. Хэштег бабайка, остановись. Так, а ты где? Так, хорошо. Ну, все, давай последний раз. Давай последний разочек. Угу. Бобо в животике, да? Вот так тебе надо, будешь знать, как обижать маленьких. Да, ребятки, мы с вами справились. Мы молодцы. Ура, ура, ура. А! Все, до побачення. Держись, Эмили, я уже близко к тебе, сестренка наша, сейчас будет все хорошо, мы тебя спасем, а можно немножечко быстрее, и еще чуть-чуть, еще крапулечку. Так, шикарно, это что у нас тут? Ага, это нам не надо. Курица помада. Давай, заходи. Так, что нам тут нужно? Нам тут нужно, наверное, тушить пожар, да? Правильно я понимаю? Или нет? Так, что это такое? Так, еще странная книжечка. Вау. Что вообще здесь происходит? Что здесь происходит? Да-да-да. Так. Давайте, наверное, вы нажмете на паузу. Прочитаете. А я пойду дальше.
А я пойду дальше, потому что нас сестренка ждет. Они сконцентрированы на Эмили, и меня даже не замечают. Ага, Эмили у нас наверху. И как нам пройти? Нам пройти вот сюда, наверное, да? Так, держись, 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 я уже иду. Но ты ведь этого хотела? Не с ней, она меня обижала, как и все остальные. Но я... Головка! Эмили, наконец-то тебя нашла. Все хорошо? Ты не ранена? Оставь меня в покое. Почему ты так говоришь? Ты меня бросила. Я была новенькой в школе, меня все дразнили, а ты... Ты моя двоюродная сестра, и ты от меня отвернулась. Это неправда. Ты хуже остальных. Ты внушила мне, что мы друзья. Пойдем домой. И... Дом? Салли, посмотри вокруг. Разве это похоже на наш дом? Мы здесь в ловушке. Ничего нельзя сделать. Это как помните было? Она любит тебя, она не может любить меня. Да я люблю тебя, но... Нет, 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 ты должна была ей помочь. Что? Почему я? Я пыталась, правда пыталась. Все будет в порядке. Может быть, получится еще что-то сделать. Я знаю, куда он ее унес. Шахту, что мы бы до нее не добрались. Я туда пойти не могу, но могу помочь тебе попасть. Салли, у тебя есть еще шанс все исправить. И что потом? Она права? Город обречен? Мы все обречены. Иди сюда, Салли. Посмотри на кое-что. Или достаешь широкий штанин? Так, Салли, не смотри. Он по-любому вообще на голое тело стоит. Так, понять, что случилось. Салли, послушай, это очень важно. Ну? Кого слушать? Кого слушать? Алло, алло, дед. Ага, значит, ты тут стоишь, да, падла? Ну, хорошо. Так, сейчас, секунду, кое-что хочу проверить. Так, давайте смотреть. Что это? Это... Бэтлвуд? Но если это... А где же тогда я? Что это за место? Эмили была права. Это не твой дом. Это нечто совсем иное. Но надежда еще есть. Ты сможешь навсегда уехать сюда, на канатной дороге. Но сначала тебе нужно найти свою двоюродную сестру. Я не понимаю, откуда вы это знаете? Вы знаете Эмили? Кто вы вообще такой? I'm Batman. Я друг. Я помогал Эмили еще до того, как появилась ты. Ах ты, старый извращенец. И теперь мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть ее домой. Спаси Эмили из шахты, и я позабочусь о всем остальном. Хорошо. Я сделаю это. Встретимся у входа в школу. Не торопись, приходи, когда будешь готова. Ты сможешь войти из шахты, пока не найдешь Эмили, поняла? А, не сможешь выйти. Yes. Хорошо. Я буду ждать. Окей, встретиться с таинственным стариком. Интересно, он как этот, как его? Как в видосе? Этот старик, он давно знает Эмили? Неужели он правда хочет нам помочь? Но если так, почему он все время что-то от меня скрывает? Я бы хотела ему доверять, но...
Впрочем, не то чтобы у меня был выбор. Ну да. Перед он мне писюн показывал, не показывал. Показывал. Не показывал. Так, новая книжка. Мы ведь дружили. Я думала, что она меня любит. Раньше мы вместе играли, но теперь она такая же. Просто зануда. И дура. И плакса, наверное. Угу. Так, я спросил совета у старика. Он добр ко мне, когда он рядом. Я понял, это приквел к этому, к Фредди Крюгеру. Он тоже там помогал. Ага, ага, понятненько. Ясненько, понятненько. Так, я все правильно делаю? Нет, неправильно. А что мне нужно? Мне что-то нужно. Но? 7-7. Откройся. Так, ладно, ребят, я не буду забирать эту штуку. И, во-первых, я не знаю как. А во-вторых, оно нам надо. Я думаю, мы так сможем справиться, правильно? Так, бонжур. Чпунь, как я и говорил, нам нужно будет лазик этот с вами чпуньнуть. Так, но здесь чего-то не хватает. Здесь колеса не хватает, а у меня его нету. Я его, походу, не нашел. Чтобы забрать вот это все. Ну и ладно, побежали. Нам нужно спасать Эмили, нам нету. Когда заниматься вот этой вот ерундой, правильно? Правильно. Так, теперь давайте смотреть, куда идти. Ага, вот сюда, на хрестик, да? А на хрестик это направо? Да, это направо куда-то. Это куда-то направо нам бежать. Блин, это сейчас мы с вами в шахту спустимся. И нам старый сказал, что типа, пока мы не найдем Эмили, да? Мы оттуда не выберемся. Конечно. Конечно, хорошо, но нет. Так, так, так. Бегим, бегим, бегим. Так, ага, ага, ага. И нам нужно сюда будет. И тоже он говорит, подготовься. Как подготовиться? Типа, типа что? Набрать этих батареек и аптечек или что? Нам же в школу сюда, правильно? Блин, ну я доволен, то, что мы с вами долго не тупили вначале. Что я нашел, как лускнуть тот глазик. И вы полчаса не смотрели, как я просто бегаю. Так, отлично. Мы с вами. Куда налево? Налево, налево, налево. Куда-то налево. Куда-то все время налево. Ладно, давайте все время налево. Правильно бьем, сейчас направо и налево. Так, ну по идее здесь монстров не должно быть. Я вроде со всеми в прошлой серии разбирался. Так что должно быть спокойно, по идее. Ага, вот и старый, здорово. Ready, ты готова, Салли? Думаю, да. Но почему вы со мной не идете? Хотел бы я, но не могу. Я уже не так силен, как прежде. Мне нужен отдых. Когда ты найдешь Эмили, мне придется использовать всю свою силу, чтобы вернуть вас. Что не так? Вы больны? Может так сказать. Так, ладно. Сейчас я открою для тебя вход в шахту. Когда вы выберетесь на поверхность, берите канатные дороги. Когда выберетесь на поверхность... Ага, да-да-да. Только так можно покинуть проклятое место. Теперь слушай внимательно, это очень важно. Ты должна дать Эмили свой билет, или его вагончик просто не тронется с места. Ты поняла? Кажется, да. Хорошо. Когда будешь готова, открой эту дверь. И еще Салли. Да. Береги себя. Ты прекрасно справляешься. Спасибо. You got damn right.
Короче, ребятушки, у нас проблемка. У меня только три кусочка билетика. А мне как бы нужен четыре, чтобы отсюда уйти. Ну, я так понимаю, мы останемся, Эмили пойдет домой. Печалька, печалька. Так, новая локация, хорошо. Но если это шахты, тогда ладно, хорошо. Раз это шахты, тогда ладно. Тогда вы сегодня мне на этом видосике поставите 1 000 000 лайков. Раз это шахта. Sweet dream. Так, что нам нужно делать? Нам нужно, ага, вот сюда бежать. Окей. Не знаю, стоит ли тут лутать, но походу тут ничего нету. Походу нету тут ничего. Так, нам сюда. Хорошо, Эмили, держись. Мы идем. Так, ага, бабайка. Здорово. Здорово, бабайка. Так. Донде стала библиотека. Ах ты падла. Ах ты падла. Ах ты падла. Ах ты падла такая. Ё-моё, ты с другом, да, тут? Я понял, а ты тут с другом. А ты тут, падла, с другом. Хорошо, тут заперто. Ну да, как обычно. Ладно. А, наверное, с этим у нас так не получится. Он телепортируется, падла. Попробуем ему в туз засунуть фонарик. Стой. На. Падла, жри. Будете знать, как бежать. Так, тут что нам нужно? Нам нужно сделать вот так. Шикарно. Все. Ага, теперь вот так. Та ты шо, ля. Вообще. Все хорошо, Салли. Просто не смотри вниз. Просто не смотри вниз, хорошо. Так, только не говори, не говори мне, что мне опять прыгать. Что мне опять сюда прыгать. Я же отсюда и пришел, да? Или это я тут сюда за батарейками пришел? Ага, вот оно чё. Так, бегом, бегом. Ты чё, падла, ты чё такая быстрая? Где эта штука? Где эта штука? Вот эта штука. Достаю. Ну, еще чуть-чуть. Еще. Карапулю. Давай, девочка. Давай, моя щекастая. Давай, во, молодец. Все. Карна, мы с вами справились. По идее, мы справились. Так, можно ли мне нажать эту кнопочку? Что-то нам даст. Поньк. Ага, это ворота открылись, понял. Это, наверное, когда мы отсюда будем убегать, да? Нам пригодятся вот эти вот ворота. Так, начинается. Чпоньк. Пуньк. Троник. Все? Не? А, все, да. Это хорошо. Это хорошо. Это мне нравится. Так, давай смотреть, что нас тут ждет. По-любому тут будет какой-то монстр. В любом случае, давайте, наверное, выключим, пока есть фонарик. И посмотрим. О, здорово!
Конечно, что ты фонарик потеряла. Не-не-не-не, не трой. Нет, пожалуйста. Ну же, отдай. Ля ты крыса. Ну и ладно, забирай. Я все равно не сдамся. Интересно, а чем монстры такие тупые? Он мог бы не фонарик сломать, а вот эту вот щекастую шею. И было проще. Так, чпоньк. Ага, это нам сейчас надо будет вагонетку с вами, да? С вами надо будет вагонетку. Ё-моё, а как ты, что ты? И что ты от меня хочешь? Интересно, и насколько оно застрянет? Ладно, побежали. Угу. Падла, да, без фонарика мы с вами, конечно, тут не справимся. Так, ничего, хорошо. Окей, давайте смотреть. Давайте смотреть. Так. Так, так, вот так, вот, вот так вот. Абсолютно. Блин. И что делать? Муравью, да, приделать? Так, ну пойти вот так надо. Все? Да, шикарно. Шикарно-шикарно. И по идее мы сможем сейчас с вами нажать на ту кнопочку. Так, давайте попробуем. Давайте попробуем. Чпоньк. Да. Прикольно, прикольно. Угу. То есть нам нужно будет вагонетку сейчас с вами подогнать куда-то. Куда-то подогнать вагонетку. Говорится, только зачем? Я без понятия. Ё-моё, сколько вас тут. Всё. Всё. А, мне нужно ее подогнать будет из-за того, чтобы... Чтобы это, как его... Ё-моё! Ну отстаньте от маленькой, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. Ну я вас прошу, отстаньте от маленькой. Пей таблетки. Пей таблеточки. А что мне с ними делать без фонарика, скажите, пожалуйста. Что мне без фонарика с ними делать? I don't know. Давай. Вези. Ага. Отвез. Так, ребят, наверное, я этим буду заниматься уже в следующей серии. Уже где-то полчасика вроде записи есть. Как раз под чаек, я думаю, будет нормально. А в следующей серии будем стараться с вами как-то разбираться с этими монстрами. Мне просто нужно будет тележку подвинуть и сломать вот это вот. Решетку деревянную, чтобы залезть на второй этаж. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока и до потом. Как говорится, в следующей серии будет следующая серия. Так что все.